Всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Сегодня у нас будет сотая башня Черного Дракона, откуда я выбью новую алмазную карту. Определенно, новую алмазную карту. Кана Черного Дракона, возможно. Но в любом случае, посмотрим, что мне сегодня выпадет. Это будет еще одна халявная алмазка, которую я заполучу, потому что прям вчера я продемонстрировал в ролике, как я выбил две алмазные карты с набором воинфракций. Когда в следующий раз мне так повезет, я пока, честно говоря, не знаю. Но в любом случае, давайте посмотрим, что мне выпадет. Поехали! Сайт GameGold.ru. Души и аккаунты по игре Mortal Kombat Mobile по самым низким ценам и быстрой доставке. Ссылка в описании под этим роликом. Начать хотелось бы с того момента, то что я пока что не совсем дошел до сотого поединка. Я начну с 98-го, И, конечно же, я продемонстрирую вам свой отряд в действии. У меня здесь включен 100% автобой, я его выключу, потому что, ну, автобой нам, собственно, не особо нужен, и без него, я думаю, мы должны как-то справиться. И вот, как вы видите, отличнейший персонаж. Единственное, что здесь случайная замена, мне хотелось бы бензопилу кочевника вам продемонстрировать. Я ее поставил на Джонни Кейджа Комбат Капа, потому что на Джоннике она прям смотрится как влетая. Я помню, когда у меня была бензопила кочевника на Джонни Кейджа ударной группы, Комбат Капа, я ставил, получается, четвертого слияния. У меня просто бешеным был Джонник, он просто был неубиваемым. Вот поэтому игра, кстати, его сейчас на случайно замене даже выбирать не хочет, потому что чувствует подвох. Она чувствует подвох, то что выберет этого персонажа, разнесу всех и каждого. Да, поставил именно эту экипу на Джонни Кейджа, потому что я считаю, что и урона больше наносить будет, и пройти битву будет в разы легче. Если я в предыдущий раз, наверное, попытки 4 потратил на сотый поединок, то сейчас я планирую пройти ее в разы быстрее. И надеюсь, у меня это получится сделать. Потому что, ну, если не получится, то это будет прям очень печально. Так, следующий поединок, смотрим на него. И, конечно же, переходим сразу же на сотую битву. Алмазочка уже скоро будет. Кстати, за 100 поединков снова прохождение башни Черного Дракона я получил только лишь одну необычную карту. Какой-то там кинжал, то ли меч. Сейчас продемонстрирую, что за карта. Я ее не юзаю, потому что она, ну, прям очень и очень фиговая. Она хиленькая, и мне особо в этом отряде помогать не будет до сих пор. Но продемонстрировать ее, думаю, стоит, потому что когда тебе за 100 поединков выпадает только лишь одна необычная карта, это уже успех, мне кажется, для башни Черный Дракон. Потому что здесь выпадение какой-либо карточки — это прям нонсенс. Выпадает чаще всего именно только лишь на 200-ю битву эпик, и в принципе все. Так, давайте перейдем на Скорпиона того же самого, и я вам продемонстрирую вот эту вот карту. Новый, и вот он, меч Черного Дракона. Вот эта вот экипа, она стала у меня первого слияния. Единственная необычная экипировка, которая хотя бы кое-как, но качается. И теперь мы дошли как раз-таки до Эрна Блэка, Тремора и Кабала. Помнится, в предыдущий раз у меня возник косяк с добиванием. Я выбрал Шансунга и не набил 25%. Мне еще потом писали все, что не 40, а 25% здоровья должно оставаться. А я как-то все-таки перепутал все с Шоуканом, думал, что 40%, и решил воспользоваться бруталкой, и мне не получилось добить за счет бруталити босса. Поэтому в этот раз я постараюсь как раз-таки нанести бруталити. У Люкана, по-моему, тоже бруталка есть, но на этом Акичи у меня бруталки Люкана нету, к сожалению. И давайте выберем Джонника, я покажу вам, насколько он хорош в этой битве. А он достаточно, кстати, хорош. Наносит по 97к без крита, но с критом он наносит в районе 200 тысяч. И это уже показатель прям очень крутой. Даже 280 тысяч там, по-моему. В общем, урон утраивается. Урон утраивается, и, блин, вот сопротивление, когда происходит, недолюбливаю этого момента. Вот мне и ликвидировали Люкана. Ну ладно, бывает, что поделать. Ничего страшного, обойдемся без него. Единственное, жду крита. Вот будет крит, и проблем не будет. А пока крита нету... Ох, он меня подцепил. Вот, Тремор, как ты так делаешь это? Не знаю, честно говоря. Так, соточка, снова 97 тысяч. Криты очень редкие у Джонни Кейджа. Ну, очень прям редкие. И здесь меня выносят или нет?
или я проживу. Ничего подобного. Вроде таланты должны срабатывать, но таланты здесь настолько редки, то что они очень редко срабатывают, прям очень редко. Мне кажется, я бы здесь добил нескольких персонажей, если бы акцент на Джоника не делал, но все-таки я решил вам похвастаться Джонни Кейджем, у меня это не особо получилось сделать. Ну да ладно, ничего страшного. Это только первый поединок, я думаю, раз в двух пройдем точно. Так, о, восстанавливаться спецприемы начали. Ну все, теперь все будет в разы сложнее, потому что сейчас по мне X-Ray-чик-то точно нанесется, и ни одного крита не сработало до сих пор на нашу тупо по 45 тысяч урона. Это жесть. Может, призрак сработает? Это спецприем второй. Не тут-то было, призрак не сработает. Вообще не понимаю прокачки талантов. Ранее они работали в разы чаще, нежели чем сейчас. Сейчас таланты по сути не работают. Это очень странная ситуация. Ну прям очень странная. Почему таланты не проявляют себя, я без понятия, хотя должны. Мне как кажется, они должны себя хоть немножко, но проявлять. Но таланты не срабатывают. Ни костяного щита тебе, ни чего-то еще. Хорошо, что хотя бы я могу отключать нанесение спецприемов. И плюс у меня на Джонни Кейджи есть истощение. Но при этом, вот видите, по мне нанесли урон. Притом не должны. 155 тысяч при крите. Но этого мало, кстати. Он наносит в разы больше на деле. Снова вынесли мне без использования призрака спецприема. Призрака спецприема. Заговорился немножко. Без использования таланта. Странно. Странно, что таланты вообще не работают. Вроде должны работать. И довольно часто должны срабатывать. Но 20% шансы на срабатываемый талант. У меня ни одного таланта пока за эти поединки не сработало. Так, он восстанавливать спецприемы начал. Но сейчас мы истощать его будем, потому что, смотрите, он начинает бустить себе спецприемы, но мы не дадим ему этого сделать. Постараемся, как минимум. А, да и плюс его оглушают. Так, ну здесь я блок хотел поставить, но не успел. Не успел, к сожалению. Так, сейчас меня тут Ну, снова. Вот я бы мог победить именно уже в этом поединке. Но снова срабатывает вот эта вот странная система. Призрак не работает. Не работает призрак. У меня 20% шансов на призрак. 20, даже 25, по-моему, процентов. Он не работает. Это странная, непонятная ситуация. Такого не должно происходить на деле. Почему это происходит, не ясно. Ну, здесь, конечно, добьют очень быстро Скорпиона. И 100% призрак снова не сработает. Я сейчас хоть и бью Кабала, но скорее он меня сейчас добьет, нежели чем добью его я. Потому что вот рано или поздно он все равно обойдет как-то мою систему нанесенных уронов. И просто возьмет такой, ну все, я наношу спецприем первый, либо второй, без разницы. У Скорпиона очень редко криты срабатывают, ну вот, как вы видите, и призрака не будет. Вот это да, лучше бы на Джонни Кейджи сработал призрак. Там в разы больше бы эффекта было. Я как минимум по 90к урона бы наносил, а не по 40 тысяч. И тем самым бы я Кабала, думаю, добил бы. Хотя он жирный достаточно, у него очень много здоровья. Даже нанося по 45 тысяч, я бы, наверное, где-то половину полоски отнял бы только. Но с двух раз не пройти определенно. Тут чисто не из-за сложности Кабала, а из-за того, что он очень такой серьезный и весомый персонаж достаточно. Так, ну давай, ну же давай, ну блин, ну наноси урона как можно больше, вот так вот. Все, последний спецприем, который я могу нанести, 45 тысяч без крита. Очень и очень плохо. Я расстроен на самом деле, потому что игра должна была продемонстрировать, ну, хоть немножечко критов, хотя бы какое-то срабатывание того же призрака, либо костяного щита. Если призрак хотя бы один раз сработал, то костяной щит сработал ни разу, поэтому это немножко расстраивает. Так, Люкана, я думаю, мы можем убрать и поменять на Шансунга. Шансунг как раз-таки наносит добивающий удар. Там 25% у нас оставаться здоровье должно. Да, стоит как раз-таки пояс и стоит слуга похитителя душ. Плюс для пробивания пистолеты. Все есть. Шансунг молодец, может справиться. Будем в него верить. Ну, я верю в то, что все-таки у нас получится как-то победить. Единственное, что 25% это немало. Это немало, и нам еще надо как-то отнять эти 25%, а когда черный дракон все время в блоке находится, это почти невозможно сделать. Так, один удар сделали. А, у него пополнение спецприема происходит быстрое, когда я наношу спецприем.
Ну вот, видите, он в блоке. Зря, наверное, убрал. Зря убрал я все-таки. Сейчас жалею то, что я убрал Люкана. Лучше бы я обычными ударами не за счет бруталки бы добивал. Было бы все в разы лучше. У меня окно, ребят, открыто, если что. Сейчас очень жарко. Кондея у меня никакого нету, поэтому приходится с окном сидеть открытым. Так, ё-моё, ну давай же, ну не блокируйся, пожалуйста, кабл. Ну, прям дрочильня какая-то началась, в любом случае. Мы кабла просто-напросто бьем, бьем, бьем. И это будет длиться до тех пор, пока у него не останется 25%. А останется ли? Вопрос интересный, конечно. Хорошо, что у меня заяц сработал. Здесь добивание, к сожалению, мне наносить нельзя. Жаль. Я его уже в угол зажал, поэтому здесь без добиваний. Без добиваний. В какой-то момент, если я не буду пробивать блок, нужно будет замену делать. Вот сейчас, например, нужна замена. Очень быстрая, к тому же, замена, потому что он не пробивает блок. В любой момент он мог активироваться и наносить по нам все больше и больше урона. Так, у нас остается минута, я ему почти нужное количество здоровья отнял. Так, я надеюсь, у тебя спецприем почти накоплен. Да, все отлично, накоплен, все хорошо. Так, наносим еще немного урона. По-моему, как раз таки, когда 25% остается, включается вот эта хрень с быстрым накоплением спецприемов на персонажа. Поэтому я, наверное, сейчас его полупашу еще немного. Скорее всего, он накопит даже спецприем, успеет, да. Успеет спецприем первый накопить, это определенно. Но дальше... А, он включил смену, вот зараза. Блин. Вот этого не ожидал я, не ожидал то, что он отключит смену. Эх, жаль. 39 секунд остается, а здоровья-то у него не так уж и много. Ладно. Я надеюсь, что сейчас смена очень быстрая будет на Шансуна. Нам главное восстановить Шансуна. Так, и дождаться, пока по нам спецприем нанесут. Давай, наноси по нам спецприем. Так, 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 все, он спецприем заюзал. И теперь мы добивающие удары наносим. Все отлично, бруталка. Ну, вроде сработали нормально. На самом деле рискованно было все сделано, но все же победили. Бруталити было нанесено. Мы одолели этого персонажа. Все идеально. Ну, с трех попыток получилось пройти. Конечно, первоначально думал, что получится с двух, но все-таки жирный кабал, очень жирный персонаж, и победить его периодически очень сложно. И Милина Хищная. Году в 2018, наверное, я был бы рад этому персонажу, потому что для меня Милина Хищная году в 2018 так была одним из лучших алмазных персонажей. Одним из лучших. Потом, конечно, когда начали добавлять новые, более мощные алмазки, Милина Хищная уже не смотрится так прям круто. Но это моя первая алмазная карта, поэтому моя коллекция растет, и это очень даже хорошо. В общем, такой вот поединок получился. Не знаю, понравился он вам или нет. Но все-таки ставьте лайки и пишите комментарии. Итоги достаточно банальные. Победили за счет бруталки. Три раза пришлось, конечно же, сыграть. Но при этом сотый поединок получился довольно интересным. За счет, конечно же, Шансунга и его бруталити. И плюс выпала новая алмазная карта. Что, конечно же, всегда очень и очень круто. Главное то, что коллекция растет. А в этой игре пополнение коллекции — это лучший результат, который только может быть. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Если понравилось видео, вы знаете, что сделать. Всем пока и до новых встреч.